С 1 июня 2023 года официально начал свою работу городской пляж, в котором, в свою очередь, проведены все необходимые мероприятия перед началом купального сезона. Выставлен спасательный пост, на котором будет ежедневно дежурить специально обученный спасатель. Выставлены оградительные буи, убрана вся территория пляжа, выставлены запрещающие аншлаги и буи. Хочется напомнить, что городской пляж в районе грузового порта – это единственное специально оборудованное место для купания. Других мест в нашем городском поселении нет. Залогом вашей безопасности в летний период является соблюдение простых правил. Во-первых, это купание рекомендуется только в светлое время суток. Во-вторых, не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя заплывать за оградительные буи. А также, пожалуйста, не оставляйте без внимания детей у воды. Если вы стали случайным свидетелем происшествия с людьми на водных объектах, просим вас не оставаться равнодушными и звонить по единому номеру службы спасения 112.